Благодаря такому подходу я смогу взять отсюда переменные про 45 шаг, поскольку здесь алгоритм forward, то есть добавление переменных, значит 45 переменных. 45 меньше, чем исходное число предикторов, 107. То есть произошел отсев. Нам надо продолжать запуски до тех пор, пока отсев не прекратится. Поэтому я копирую синтакс первого запуска, мне представлен длинный, скопировал и заменяю в нем предикторы исходные на те, которые получил в результате первого запуска. 45 предикторов из первого запуска вместо 107 исходных. И снова запускаю. Получаю такую табличку. Здесь уже 33 переменных. Снова произошел отсев. Снова запускаю. 30 переменных. Еще, значит, 3 отсеялось. На четвертом запуске отсев переменных нету. То есть табличка такая же. 30 и 30. На четвертом шаге я могу перейти к бутстрепу для того, чтобы проверить, насколько действительно коэффициенты моих предикторов устойчивы. Для этого я снова запущу кнопками алгоритм. Хотя у меня есть Bootstrap в виде синтакса в селевском файле. Я просто нажму кнопку Bootstrap, Perform Bootstrapping, все, больше ничего делать не надо. Continue, здесь уже все должно быть из вашего запуска. Здесь зависимые перемены, здесь 30 отобранных предикторов. Можно вернуть Stepwise метод. Он не помешает. Обязательно Selection Variable. Обязательно. Все остальное для Bootstrap не принципиально. В Excel-ском файле мой Bootstrap всегда выглядит желтеньким. Вот область Bootstrap. Итак, после первого Bootstrap оказалось, что есть ряд предикторов, в которых коэффициенты имеют доверительные интервалы, проходящие через 0. Причем по обеим группам. И по группе участия в профсоюзе, и по группе неучастия в профсоюзе. Такие переменные должны быть убраны. Это country 17, 15, прошу прощения, domicile 5, и вот эта переменная с труднопроизносимым названием. И также еще вот эти переменные. В сумме получается 1, 2, 3,